Хирурги больницы скорой медицинской помощи представили запатентованную технологию на саммите БРИКС в Казани. БСМП Челнов принимают участие на выставке «Сделано в Татарстане». Стоит отметить, что хирурги БСМП первыми в России провели замену аорты через небольшой прокол на бедре. Эту технологию запатентовал рентген-хирург Марат Шарафутдинов. Она позволяет лечить пациентов с расслоением аорты. Для этого сначала проводится компьютерная томография. Индивидуальная модель для будущего протеза изготавливается на 3D-принтере. Таким образом, удается повторить все элементы сосудов, и по этой модели изготавливается стентграфт. Весь процесс от диагностики до установки занимает около 8 часов.